Две комфортные школы распахнули свои двери в селе Аталапкер Акмолинской области. Одна из них – гимназия, другая – IT-школа. Учебный год в них начнут 1800 школьников. Обучать их будут больше 100 педагогов. Аким Акмолинской области и министр здравоохранения приняли участие в торжественном открытии новых учебных заведений. Сабина Балашкина расскажет подробнее. Первый звонок, первая линейка и новая школа. Сегодня особенный день для этих первоклашек. Им посчастливилось первыми переступить порог комфортной школы-гимназии. Возвели ее по последнему слову техники с учетом единого стандарта строительства. Населенные пункты агломерации, они близко расположены к нашей столице. И многие ученики долгое время ездили учиться в Астану. Сегодня вот только в одном селе Талапкер, вот, в котором мы сегодня присутствуем, мы сдаем две школы. Наши ученики будут учиться в одну смену первой, и потом он будет действительно очагом образования. До обеда будут учиться, после обеда будут здесь кружки, спортивные секции, дополнительные учебные занятия. Трехэтажные здания учебных заведений оснащены современным оборудованием и мебелью. Помимо предметных кабинетов с интерактивными панелями, в школах есть мастерские и лаборатории. Для безопасности детей установлены камеры видеонаблюдения, турникеты и тревожные кнопки. Жители рады. Но мы очень рады, что для наших детей, внуков, что такая школа открылась. Это очаг знания. До конца года в Акмолинской области планируют открыть 11 учебных заведений, 7 из которых по проекту «Комфортная школа». Всего в области насчитывается больше 150 тысяч школьников, из них 13 тысяч первоклассников. Сабина Балашкина, 24 KZ.